Ну даже не подожди, подожди. Она время учиться, она время... Лечиться. Прийти, лечиться, да? Чего болит? Да чего болит? Чего болит? Душа. Желудок у меня болит. Кишка плохо работает. Какая? Там 7 метров. А, 做过. 就是针灸还有一个就是有的没做过可能会晕针，所以先问一下针灸问题。啊，你晕针啥意思？晕针就是头晕头痛恶心呕吐。不是，不是，不是，意思是那些你干了的吧？你莫是被些抽筋，干了吧？干不了是吧？干不了是吧？ 疼吗？暴力呢？不疼。对。肉厚。脂肪多，你暴力。他跟你说的一样，他给你翻译过来了，肉厚不疼。哈哈哈。手上几个穴位查回来的。对。手脚都疼。啊，不行了，一个老干了，一个给这哪里，可多面都可以三把暴力呢，都给没三。就是你说。对。 这边他一般都是胀，就是，啊，我，哦，这不能。对，这个问他这个你这个，啊，大概啊，把。不痛。也不是要痛。有一点点。各位的秋什么意思？嗯。有。有。这胀不胀？对。他肚子上一般都胀痛比较多，啊，不是他不是把这挨的。这里很痛。一暴力呢？对。很痛。 然后我们再加点艾条一起烧，照温针灸啊，而不是呢，安娜布里米娜布里这个艾的撸起来。嗯，安娜布里米娜。嗯，可以，安娜布里米娜。那是够 времени？ 我现在给他扎的是大横，大横，对，哎，大横。那которые вот эти，да，четвертые。 да。 так вот так миома。 啊， 4， нет， еще 2。 все，我觉得好说。 一般我们都是烧个艾条，大概20分钟左右。啊，不行了，普拉这个艾条一个给五面子的话才行。哦，сейчас。смотрите，сейчас она。就是。Чтобы не болтались. Да. Я тоже первый раз видела. Капец. Ну, чтобы не тряслись. Нет. Неприятно. Здесь они болтались. Поставим. Нет, сейчас он мне поставит сигару. Она наверх поставит, Валечка, что ты спрашивала половину. Ага. И чтобы пепел на тело не надо, на бумажку. Поняли? Будет вообще сейчас двойной эффект. Но это стоит вот дорого. Вот когда напрягаешь живот, так, вообще супер больно. Супер больно? Да, надо расслабиться. Но вам сильно будет больно, жира нету. А как глубоко их воткнули? Ну, нормально. Вот она же спрашивала, вот столько, как... Смотри. Нет, ну сколько сантиметров? Вот, вот, смотри. Она спрашивала, есть ощущение или нет? Я говорю, ну, спалит точно. Ну, там же это... Ну, смотри, это сильно воткнуто. Это... Ну, все по-разному. По-разному. По ощущениям. Мы можем выбрать все разные. 这一般是三寸的针，啊，不行了，爱的有过给推一寸，这个是2.5寸，爱的德瓦斯巴拉维纳，然后这又然后这个是比较长的，一般扎屁股的，爱的啊不行了，别说了，是寸，这是七对的寸，这是一般扎屁股的，长竞争。 多少的话是根据病人，比如说他瘦，我就进薄一点，竞争进浅一点啊。对，那如果胖的话就进深一点啊。爱的多人找一些什么肥物的，也是的，附近感呀，大大，对，面积啊，也是的，大家不动的，大大不不是。我的，把他们面上。刚才第一次接了，我的头部那里给你心了，我明年脑子那里，我的。 放在针上面，针柄上面烧。I don't know. 对。啊。这叫温针灸。
Фантастика. Это только Тодор. Друзья, это только Тодор ей делать. Вы вернулись, не себе делать. Себе не делать. Да. Там ужас, это себе не делать. Не надо ничего дуть, вы что? Да, не шевелись.